Ремонт нечаянно нагрянул, когда его здесь уже совсем не ждали. Дорога в поселок Затон этим летом стала одной из первых мишенью дорожников. Попали точно в цель. В рекордные сроки, это меньше чем за месяц, здесь уложили свежее полотно. Участок 2,7 километра. Стоимость составила у нас 18,8 миллионов рублей. К слову сказать, ну, наверное, с момента строительства более 30 лет капитального ремонта не проводилось на этом участке вообще в принципе. По ней нередко плавали, чем ездили. Частый паводок в прямом смысле смывал асфальт. После ЧП стихия оставляла трещины и ямы. Водители ругались. Трясло так, что после поездки смело можно было обращаться в автомастерскую. Отлетали бамперы, хрустели подвески. Страшный сон, который был реальностью. Теперь это в прошлом. В настоящем ровная и гладкая поверхность. Будет сделано в городе Барнауле 33 дороги. Одна безопасное качество автомобильной дороги позволяет нам проводить капитальные и строительство дорог. Поэтому в этом году одна дорога будет капитально отремонтирована. Часть дороги – это по улице Попова. И одна дорога с нуля сделана – это Солнечная Поляна. Вот. Все остальные дороги в части ремонта. Несмотря на географическую сложность, строители обещают, гарантийный срок у трассы будет точно такой же, как и у других 5 лет. Во время ремонта дорожники уложили 2 слоя, нанесли разметку. Качество полотна приехали оценить чиновники, общественники и сами строители. Говорят, все путем будет не только здесь. Достаточно большое количество объектов у нас также в Новоалтайске, у нас 8. И в Бийске более 18 километров дорог будет отремонтировано в этом году, это если мы говорим по агломерациям. Плюс у нас порядка еще 202 объектов всего на территории края будет выполняться в рамках проекта безопасной качественной автомобильной дороги. Качество покрытия проверяют контролирующие службы. Вердикт очевиден, неровностей нет. Неровностей не должно быть и в самом поселке. Это уже в планах на будущий год. И целого лета им оказалось мало. Пока же на некоторых улицах здесь все тот же разбитый еще с советских времен асфальт. Кирилл Палетов, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.